он решил пошутить таким образом, что он достал нож, рядом с ним была акула, как минимум белая. Он пырнул острым ножом акулу, в результате чего акула сбилась и перекусила пополам моментально. Также вместе со всем обмундированием, в скафандре, во всем. Также, как и многие другие пострадавшие, пытались отогнать акулу Вилли кулаками, но внезапно оставались с окровавленными обрубками вместо рук.